Всем привет, братва! С вами, как всегда, я, Альгиз, на канале Tomantis. Сегодня мы обсудим один из главных вопросов, когда же появится PUBG New State в эмуляторе. Но перед началом ролика попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Поехали! Неожиданно для себя я наткнулся на один интересный эмулятор, где якобы PUBG New State уже поддерживается данным эмулятором, и, соответственно, я решил скачать. После скачивания я авторизовался в Play Market и ринулся в поиск PUBG Mobile, то есть New State. И к удивлению, мне выдало реально PUBG New State, и кнопочка прям горела, чтобы я скачал. Естественно, я начал скачивать. Итак, у меня все скачалось. Но не тут-то было. При запуске PUBG New State мне выдало ошибку, и в данной ошибке просило перезапустить игру, но после перезапуска данная ошибка повторилась. В итоге я решил полностью перезапустить эмулятор. Но, к сожалению, все попытки были тщетны. Я понял, что это был простой байт на скачивание данного эмулятора, но я не расстроился и ринулся искать ответы в просторах интернета. Я наткнулся на одну статейку, где был долгожданный ответ. Правдив ли он или нет, это вам решать. Но я зачитаю для вас то, что написано здесь. PUBG New State не будет поддерживать игру через эмуляторы. Помимо этого, разработчики примут строгие меры по борьбе с читами. Самый неприятный элемент любой онлайн игры – это читеры. Потому Крафтон обещает, что в PUBG New State будут жестко бороться с нечестными игроками. Это правильно. Во время последней конференции Сангван Кин, глава отдела по разработке античита, рассказал о том, каким образом компания собирается защищать игру. Первая строгая мера касается запрета использования эмуляторов для игры в PUBG New State. Эмуляторы позволяют запускать мобильные игры на ПК, а это в свою очередь дает возможность играть с клавиатурой и мышкой. Создатели некоторых мобильных игр, включая PUBG Mobile, приняли решение создать отдельный подбор игроков на эмуляторах. Однако Крафтон решили полностью запретить любую игру на эмуляторах. Цитирую: «Эмуляторы дают возможность использовать клавиатуру и мышку в мобильных играх, а это негативно сказывается на игровой баланс. Потому мы планируем блокировать игроков, которые играют с эмуляторами в PUBG New State», — сказал Сангван Ким. Также запрет касается использования клавиатуры и мышки с мобильными устройствами. Помимо этого, в игре появится защита от взлома, чтобы предотвратить использование читов. Цитирую: «Игровой код написан таким образом, чтобы усложнить обратную разработку. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы создать среду, где создание читов будет непростой задачей. А также работаем над исправлением уязвимостей, которые могут использовать хакеры», — сказал Сангван Ким. Крафтон работает над системой проверки подлинности файлов, похожей на ту, что используют банковские приложения и сервисы. Игровые аккаунты будут защищены от взлома. Это исключает использование вторичных паролей, различных верификаций и других сложных мер. Подытожим. Я, если честно, буду надеяться на лучшее, и мы с вами удостоимся все-таки комфортных для нас условий, а это игра через ПК в долгожданную нами игру PUBG New State. Братва, и на этом все. Спасибо огромное, что досмотрели данный ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видеообзоры и главные новости по PUBG New State. И поставьте лайк этому видео. Напишите обязательно комментарий, мне будет очень приятно. С вами был, как всегда, я, Альгиз, на канале Tomantis. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!